Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Demet Özdemir вступила в неожиданный период в своей жизни, когда узнала, что известный актер Can Yaman, с которым у нее были отношения, сделал о ней удивительные признания. Однажды Demet наткнулась на видео, циркулирующее в социальных сетях. В видео Can Yaman во время интервью делал заявление о своих отношениях. Пока Demet просматривала содержание видео, она была шокирована словами Джана. «Джан, она не просто моя девушка». Он сделал следующее признание. Эти признания глубоко ранили Demet и вызвали у нее много вопросов. Он начал сомневаться в основе их отношений и начал сомневаться в истинных чувствах Джана. Demet, которая до этого момента думала, что их отношения основаны на прочном фундаменте, теперь после этого признания была эмоционально потрясена. После признания Джана между ними возникла огромная стена недоверия. Demet начала терять веру в Джана и начала беспокоиться о будущем их отношений. Таблоидная пресса также внимательно следила за этой ситуацией и начала размышлять о будущем отношений пары. В то время как Demet переживала эмоционально сложный период, она начала переоценивать будущее своих отношений с Джаном. Со временем он изо всех сил пытался понять, как эти признания повлияют на его отношения. Наконец, проявив внутреннюю решимость, она решила расставить приоритеты в своих чувствах и потребностях. Это событие ознаменовало неожиданный период в жизни Demet Özdemir. Признания Cana Yaman'a привели к глубоким сомнениям и эмоциональным изменениям в их отношениях. Demet пришлось столкнуться с этими сложными чувствами, чтобы найти для себя подходящее. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.